что мне хлопнули, я так стал, не знаю. И что это такое, что я не знаю. Прыгаю. Не знаю, почему так мы ушли? Я не знаю, ну как-то вот так ушли. Прыгаю. Легко, еще легче. Попробуй сейчас выйти из своей головы, да? Вот сюда, куда-то наружу. Мысли пусть идут, но это будут тени мыслей. Вот, да, точно, молодец. Точнее, еще легче. Прыгаем и раструшиваем все в себе, как микшер. Ну, не микшер, а как шейкер. Да, все, что у нас было, мы поднимаем все свои основы. Хорошо, да, только вот еще другая рука, позволяя ей быть так, как ей хочется. Прыгай. Не дышите, что, не дышите? А. Палец. Какой был палец? Вот. Да. И рука такая была. Да. Прыгай. Просто попрыгай и встань в какую-нибудь корявую позу. Блин, какую-то. Все просто. Попрыгал, встал. Хорошо. Спасибо. Какое ощущение было от этой позы? Попробуй, вернись. Да, руку. Да, вот, да, мы двигаемся толпой. Руку как вторая рука была? Голова как была? Вот, хорошо. Попробуй зажми сейчас себя. Прям мышцы напряги в этой позе, просто все. Да, спину тоже, живот, грудь, голову. Голову не напрягать, да? Сейчас больше напрягается шея и голова. А теперь все тело есть. Хорошо. Расслабься и пойди как-то. Вот, не позволил бы себе так ходить. Вот как-то такими большими шагами, как-то звуком. Что-то какое-то ощущение внутри от этого рождается. Встань еще раз в позу. Голову чуть-чуть на мне, она была по-другому. Да, вот так. Хорошо, лицо мне играй. Лицо расслабь. Оно само придет перед мной. Да. Хорошо, голову чуть-чуть нагни. Вперед. Вот, да. Такая упорная. Зажмись. Тело зажимает. Направь напряжение в ноги, в руки, в периферию, в пальцы, вот чтобы пальцы тянулись туда. Не сгибай это. Вот они тянутся. Хорошо, да. И другую руку тоже. Фиксируй позу. По хлопку расслабляешься и скажешь слово. Вот, видишь, и если бы брякнул бы какое-то слово. Первое, что пришло на ум. Еще раз позу. У меня было слова никакого не пришло. А оно придет в любом случае. Какой-то вот есть поза определенная. Поза определенная. Да, какая? Где-то мы видели такую же позу у кого-то, не знаю. Быть может, у Наполеона. Здравствуйте. У кого? Вставай. Держи. Крепко держи. Еще держи. Сделай вдох. Нет, ты ж такой мощный. Да, есть. Хочешь, порычи просто, пари. Что-то придет. Не нужно копать. Мы же тут не землекопы. Вернее, наоборот, больше расслабиться. Вот ты зажат для чего? Для чего ты зажат сейчас? Для того, чтобы зафиксировать позу и сказать своему телу, что это за поза. Ты расслабляешься. И что-то. Потому что воздуха много, и выходит он легко. Чувствовал сейчас? Как-то. И как-то вот что-то брякнется, какой-то слово. Не от головы. Легко. Может. Поется просто, не знаю. Попробуй руку вторую перестроить, как тебе хочется. Которая задняя. Она какая-то очень пассивная. Перестрой ее, как ты хочешь. Да, еще, мне кажется, чуть-чуть по-другому. Попробуй ее расслабь, да. И забрось ее как-то. Вот сама она забросится. Как, да, не можешь поискать чуть-чуть. Хорошо, а теперь помотай ее вокруг. Попробуй просто покрутить. Да. А теперь брось ее, и она станет. Да, вот, зажми.
Голову чуть нагни. Хорошо. И... Вперед! Да вот еще легче это можно сделать. Слово-то пришло еще раз. Родина мать зовет. Хорошо, зажми. Только не голову зажми, да? Видишь, от того, что ты зажимаешь голову, тяжело мыслить. Тело не устает никогда. Встает голова. Спарта! Ага, придумал. Спарта. Мы легче этому сказал. Легко. Оно вот, воздуха здесь много. И фантазия сразу заработала. Да? Как-то не бэкается. Хорошо. Хорошо. Давай в другую позу сюда бросим. Попробуй чуть-чуть. Сейчас полегче. У вас полегче будет. Потому что легка беда начала. Хорошо. Вот хорошо. Хорошо, и стал Брюсли. Все. Голову расслабь только, да? Вот, да-да-да. Не вот она какая-то другая была голова чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так, да. Только не напрягай. Не шею. Мы привыкли зажимать тут чуть-чуть. Да, но автоматически в любой позе почему-то сразу. Да, потому что пускать надо в тело. Все время пускать в тело. А мы тело подзажимаем немножечко. А нужно пускать в тело сразу. Фу! И где-то оно в теле уже блуждает. Ощущение в теле. Поэтому... Тут я к чему подвожу? К тому, что вот Наделла до этого какие-то тренинги, да? Она 4 года занималась этими тренингами, и очень трудно после 4 лет как-то это собрать так, чтобы дать вам краткий срок недели там, или месяц, сколько вы занимаетесь. Попробуйте ее оценивать с той стороны, что вот она дает вам тренинги для того, чтобы вы развивали тело, чтобы пускать эту энергию в тело, да? Дает вам тренинги какие-то там, на поискать в себе какой-то импульс, да, да, поищите в себе импульс. Но он где-то не вот здесь будет, он будет где-то здесь, ниже шеи. А лицо само перестроится, как ему удобно. Попробуй чуть-чуть. А, там Брюс Ли, давай Брюс Ли. Не знаю, кто я, не думал, просто кто-то. Вот учился. Ну, хорошо. Получился карачи. Пусть будет водитель трактора. Каждый видит свое. Вполне вот, кстати, да. Хорошо. Который любит держаться за руль. А ну просто тогда попрыгаешь. Пусть будет водитель трактора. У каждого свои ассоциации. Хорошо. Да, руки только дочинили сейчас. Вот, ну пусть будут такие. Пусть будут, стой. Хорошо. Теперь зажим. Чуть-чуть другая была правая рука. Правая. Кисть была другая. Пальцы. Ну ладно, здесь будут такие уже. Хорошо. Зажми все. Лицо расслабь. И шею расслабь. Голову не нужно кровь давать. Она и так все время полнокровная. И... Вот. Да. Не хочу ничего. Да. Сколько было грубой мужской энергии в этом. Да. Че не отпустил? Гатнул бы туда. Вот что-то идет от этого тела, от этой позы. Присядь, отдохни, устал.